Буинск появился на карте России в 1780 году. Расположен на левом берегу реки Карла в 137 километрах от Казани. Летописное упоминание Буинска относится к 1691 году. Русское название образовано из татарского «буа», что означает «запруда». С 1780 года указом императрицы Екатерины II получил статус уездного города Симбирского наместничества. В советские времена был крупным лесозаготовительным центром. В настоящий момент одно из крупных предприятий города Буинска – сахарный завод. Есть свое медицинское училище, ветеринарный техникум. Буинск является экономическим центром всего Приволжского региона Татарстана.